приветствую вас, ребята и их родители. Мы продолжаем цикл наших викторин и сегодня поговорим о героях Великой Отечественной войны. В процессе экскурсии я задам вам вопросы, ответы на которые присылайте на адрес, указанный в описании. Мы находимся на экспозиции «Лица Победы». Это исторический депозитарий, уникальный архив. В нем содержатся истории, фотографии всех участников Великой Отечественной войны, которые внесли свой вклад в Великую Победу. Здесь те, кто сражался на фронте, кто ковал победу в тылу, был ребенком войны. Этот проект имеет международный статус. Каждая семья любой страны может внести сведения о своих близких и увековечить подвиг своих героев, победивших нацизм. Одна из таких героев – советская и российская актриса театра и кино Быстрицкая Элина Аврамовна. Во время войны она из Киева была эвакуирована в Астрахань. Там она закончила курсы медсестер и работала санитаркой в передвижном эвакогоспитале. На тот момент ей было всего 13 лет. Также в нашем депозитарии хранится история советского и российского актера театра и кино, общественного деятеля Этуша Владимира Абрамовича. 19-летним юношей он записался добровольцем на фронт, принял участие в освобождении Украины, получил звание лейтенанта. Имеет большой список послужных наград, в числе которых Орден Красной Звезды и медаль за оборону Москвы. Мы с вами в Зале Славы Музея Победы. Он посвящен беспримерному подвигу миллионов советских людей, которые сражались за Родину в Великой Отечественной войне. На стенах имена всех героев. 11695 доблестных воинов, которые были удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Кто же такой Герой Советского Союза? Это звание – высшая степень отличия. Его присваивали за личные или коллективные заслуги, связанные с совершением геройского подвига. Первыми этим званием были награждены 7 знаменитых летчиков, которые участвовали в спасении экипажа теплохода «Челюскин». А теперь, внимание, вопрос. Перечислите всех летчиков, которые участвовали в операции по спасению теплохода «Челюскин». Герой Российской Федерации – это высшее звание, которое присваивается за заслуги перед государством и народом. Герои, представленные в нашем зале, совершили подвиги в годы Великой Отечественной войны, но узнали о них лишь после 1991 года, когда наша страна стала называться Российской Федерацией. Одним из героев Российской Федерации является капитан Флёров Иван Андреевич. История его подвига следующая. Ему было поручено командование секретным советским оружием, ракетной установкой БМ-13, всем известная «Катюша». В начале октября 1941 года батарея Ивана Андреевича оказалась в тылу противника. В последнем неравном бою все они погибли, но успели взорвать боевые машины, чтобы разработка не попала в руки врага. Посмертно Флёров был награжден Орденом Отечественной войны первой степени, а также удостоен звания Героя Российской Федерации. В числе героев также 86 женщин, одна из которых Матрёна Исаевна Вольская. Она вывела с оккупированной территории более 3000 детей, за что и была представлена званию Героя Советского Союза. В списке героев также числятся и дети. Бесстрашные пионеры сражались наравне со взрослыми, но лишь 5 из них были удостоены высшей награды. А сейчас перечислите имена каждого из них.
Званием Героя Советского Союза награждались в том числе и иностранцы. В период Великой Отечественной войны этой награды были удостоены граждане Польши, Франции и Чехословакии. Потолок зала украшен изображением Ордена Победы, главное среди военных наград. Орденом награждались лица высшего командного состава вооруженных сил за успешное проведение боевых операций. За все время существования она была вручена всего 20 раз. Ответьте на вопрос, когда состоялось первое награждение Ордена Победы и кто им был награжден. Центральная скульптура Зала Славы – Солдат Победы. На груди солдата – Орден Славы. Осенью 1943 года советские войска с боями продвигались по территории Украины. Киев был освобожден 6 ноября. Бойцы демонстрировали небывалое мужество при форсировании Днепра. Существовавших наград было явно недостаточно. Чтобы отблагодарить рядовой сержантский состав за совершенные подвиги, 8 ноября 1943 года учрежден Орден Славы трех степеней. Среди солдат Великой Отечественной войны он был самой почетной наградой. Полных кавалеров Ордена Славы насчитывается 2656 человек. Например, кавалером Ордена Славы второй и третьей степени является Алексей Макарович Смирнов. Великий советский киноактер, любимый многими поколениями зрителей. Большинство из нас знает и помнит его как великолепного комедийного артиста. Герой социалистического труда. Это звание присвоено лицам, которые своей выдающейся деятельностью во многих областях проявили исключительные заслуги перед нашим государством и посодействовали его подъему и росту. Также был установлен особый дополнительный знак отличия. Это золотая медаль, серп и молот. Всего это звание было присвоено более 20 тысяч раз, 12 тысяч из которых получили работники сельского хозяйства. Также была награда за доблестный труд в Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 года. Ей награждали героев, среди которых рабочие, специалисты сельского хозяйства, работники науки, партийных, профсоюзных и других общественных организаций. Все они обеспечивали своим доблестным и самоотверженным трудом победу Советского Союза над Германией. Этой медалью было награждено 16 миллионов 100 тысяч человек. В зале полководцев Музея Победы представлены бюсты командующих. Все кавалеры Ордена Победы, всего 11 бюстов, генералиссимус, 9 маршалов СССР и один генерал армии Антонов. Он был удостоен этой награды за то, что участвовал в разработках оборонительных и наступательных операций. Генералиссимус Сталин, маршалы Жуков и Василевский были удостоены этого ордена дважды. Говорить о героях Великой Отечественной войны можно бесконечно. Каждый из них внес вклад в такую сложную и важную для нас с вами победу. На этом я с вами прощаюсь. Ждем вас на наших новых площадках и экскурсиях Музея Победы. До новых встреч!